Здорово, бандиты. Я залетаю опять с Ленова, потому что Валя на работе. И поэтому будет еще один видос по типу того, который должен был выйти вчера. Но выйдет он буквально, ну, по Москве в 11:30 или что-то подобное, или в 12, что ли. Я не помню, сколько он должен выйти, он там обрабатывается. Вот. Начнем с того, что изменилось у нас на нашем аккаунте. Я потихоньку прокачиваюсь, потихоньку подводим к 25-му замку. Ну, так, по чуть-чуть. На самом деле, мы пока на 24-м будем сидеть. Просто хочу подготовить, чтобы все уже было в тот момент, когда будем апать. Вот. Потихонечку что-то прохожу, что-то прокачиваю. 45-й левел у меня уже. Открываю пакты. Наконец-то мне выпал, короче, аквариус. Его надо улучшать, но мне нечем. А чтобы его улучшить, нужны пакты. Пакты, они что-то не выпадают, те, которые нужны. Вот эту фигню я все еще не понял. Нужно требуется... вот эти штуки, которые выпадали, да, их нужно 8 штук. Ну, тогда все понятно. А здесь что? А здесь просто руна аквариуса нужна. Ну вот, то есть я его сделал, я его потихоньку улучшаю. По-моему, эта штука тоже должна улучшать. Да, вот она у меня. Бонус. Короче, ну это что я героев использовал. Вот. Сейчас потихонечку протыкаем все. Сегодня, ну, сейчас, во-первых, мы пойдем попиздим всяких чуваков. Так, по мелочи, разомнемся, так сказать. Правда, там все на автомате происходит, и как бы разминки как таковой не будет. Все посмотрим. Сейчас будет обидно, короче, если они меня раскатают. Потому что они что-то какие-то мощные с виду. Прям... А, не показалось. Даже не почувствовал, короче. Ну, нормально. В принципе, доволен. Вот. Нифига, что, успел отхилиться? Даже так? Нифига, не мощнее. У меня тоже есть отхил. Кстати, я всех этого... Вот, как ее зовут? Я уже забыл. Ну, короче, хила своего прокачал, шмотки надел, как бы, ну, прям нормально топит. Она почти не умирает даже. Вот. Так что сейчас, возможно, попробуем пройти опять главу. Потому что нам 6-ю главу по-любому надо пройти. Потихонечку будем пытаться. Но, опять же, я не могу ничего обещать, потому что, ну, не те герои, как я уже говорил в прошлом видео. И это будет, ну, не то что будет, это уже тяжело, и я не, мне не всегда получается. Так что вот такие дела. Ух ты, не успел отхилиться, да ладно. Да это фиаско на самом деле. Ну, кстати, то, что я выбираю самых мощных всегда, да, то есть, как бы, ну, дает о себе знать, то, что они иногда сопротивляются. Как бы я со мной выиграю. Хотя, что это было сейчас? Для самоубийства у них было или что? Ладно, решил сам выпилиться, как бы, все нормально. Да, представьте, вообще, какую мощь-то против кого? 9, ну, 9 тысяч вроде не должен. Странная фигня. Или подождите, а кого? Наоборот. Или нет, почему? Все правильно. Первых, чем выше, тем круче. Все правильно делаю. Странная фигня, ну ладно. Потому что видели то, что был чувак мощнее, намного мощнее, чем вот который сверху в топе, но этот был в топе как раз таки. Нам погода это особо не делает, мы все равно затащим. Я в последнее время прям активно сижу. Не знаю, я на работе сижу, играю, как бы. Не то чтобы я не работаю. Мне просто нужно, ну, отвлекаясь там, потихонечку прокачиваюсь. Ну, я прям уже проникся игрой на самом-то деле. То есть, если раньше я заходил такой, типа, ради видоса поначалу, потом такой, типа, ради того, чтобы там. Ну, там, что нужно поддерживать. Сейчас я уже сам захожу, мне уже просто, в принципе, свой интерес. Потому что, блин, вот уже скоро у нас уже будут какие-то там уже ну, не прокачки, а как... Это слово забыл. Тренировка, да, тренировка войска скоро будет. Соберем войско и будем разматывать просто всех и вся. Ну, как разматывать? Будем ловушкой, которая должна ловить. Я думаю, наш ник-ловушка все-таки будет заманивать людей. В этом госе, кстати, я заметил то, что
по ночам прям нормальная такая активность, там ребят сборят. Как бы, блин, мне кажется, ну, мы по-любому должны попасться, нас по-любому должны на нас напасть. Я больше чем уверен. И это просто, это без вариантов. Это, ну, удачный гость. На самом деле в новом госте это прикольно. Поняли, да? Я уже там сленг знаю, там слова все. Я уже такой, типа уже матерый. Единственное, что на самом деле я пропускаю очень большую часть игры, потому что я ничего не прокачиваю, кроме войны. Валя предлагает аккаунт создать еще один, который будет... Я не помню, для чего он будет, но будет еще один, может быть, аккаунт. И на этом аккаунте мы уже будем что-то уже... Ну, как я его понял, то это, ну, обычный аккаунт будет. То есть, ну, как бы мощный, и будем нападать именно... Ну, чтобы нападать, короче. Чтобы сборить, вот, для сбора. Ну, это в планах, и непонятно, как, что и будет. Так, вот этот злой кролик, который меня уже доконал. Я его пытаюсь пройти каждый день раза по два, по три. У меня не получается. Как, ну, первые две части это вообще изи проходят. Ну, относительно изи, но проходят. И, ну, я могу их убить. Но, блин, когда вот эти двое появляются мощных, я ничего не могу против них делать. Они просто... Они уроды. У меня других слов нету. У меня там тактика даже появилась, короче. Там появляется моб напротив моего хила и начинает бить моего хила. Мой хил заряжается, короче, и в этот момент, ну, и хил постоянно прожимается. С одной стороны, прикольно, конечно, с другой стороны, как-то, ну, блин, ну, как-то это, не всегда успевает, и начинается там, ну, начинает умирать. Если попытаешься, например, толстяка, да, там, ну, танка, соответственно, отодвинуть от вот этой всей движухи по центру, то они просто начинают вообще всех разматывать, и ты в итоге, они тебя фокусят и убивают. Так, вот он сейчас пытается что-то сделать, мы его застанем. Он сделал, да? Блин, вот оно подкрепление. Попробуем вот так пробить, может быть, что-то получится. Так-то деревяшку бы сейчас раскатать по-быстрому, если бы получилось деревяшку раскатать. То, в принципе, мне кажется, мы бы выиграли. Но он, блядь, отхиливается, прям того рот просто. Я не успеваю ничего сделать. Так, сейчас там. Может быть, у тебя что-то и выйдет. И деревяшку почти раскатали. Зайца заморозим, если заморозится. А, ну смотрите, что-то у нас получается потихоньку. Нужно, чтобы хил у меня откатился. Хил. А, у меня этот. У меня роза решает. Смотрите, я левел поднял, в принципе, я нормально. То есть я еще после того, как левел поднял, я еще ни разу не заходил. Ну, в смысле, в этот. В борьбу, ну, в смысле, в испытание, да. После поднятия левела. И как бы, ну, прям решает вопросы. Хил. Заморозочка. Блин, этот заяц какой дикий. Я вообще не понимаю. Он еще сам отхиливается, походу. Хил. Успеваем пока что. Это у него типа иммунитет или что? Я понять не могу. В натуре там, походу, иммунитет какой-то. Блять, как бы там еще того мог убить, который сбоку моего хила подпинул. Опять же, он заряжает мне хила. С одной стороны, это не очень, конечно, но как бы, в принципе, помогает. То, что вот у меня хил постоянно уже на откате. Сейчас пробуем через стан пробить, если успеет Роза. Сейчас стан прокинуть. Да кто хилит-то? Так, вот мой хил хилит. Еще такая вероятность, что у меня может время закончиться, вот как сейчас заканчивается. И оно реально заканчивается, я не успею нифига. Ну, убейте. Не успеем. Блин, вот. Ну вот эти два моба остались, по сути. А, нет, заяц остался. Ну, короче, вот, я не просто не могу пробить, мне ДПС не хватает. Поэтому это очередной ролик, как я не прошел кролика. Это прям очень обидно. Я прям, не знаю, я уже готов плакать. Не знаю, давайте, там, не знаю, этих ускорим хотя бы. Вот что-то поделаю. Потому что, ну, контента что-то ноль. Ну, я не специально. Я хочу, но нельзя других героев. Нельзя накапливать мощь. У нас так уже 4,5 миллиона мощи.
Нам она никуда не упирается. Пока что. Нам нужно войско. Поэтому я беру и кача. У меня сколько уже? 32 коняшек. Ну, в принципе, нормальный результат. С учетом того, что ну, я вот ускоро трачу, ну, редко. Строительство 4 дня. На 29 ручек прожали. Давайте пофигу. Потратим. Надеюсь, Валя не обидится. Это мой аккаунт, так-то я решаю это делать. Ну, плюс-минус. Давайте ускорим, потому что я не хочу ждать. Так, и мы, наверное, начнем качать. Так, я прокачал ферму, чтобы она у меня хоть, ну, смотрите, наполовину хотя бы это, хоть как-то пыталась там с пшеницей разбираться, потому что у меня еда реально заканчивается прям очень быстро. И, ну, у нас ее дофига, там лямов 20, наверное. Тем не менее, она все равно закончится. Как бы, ну, это надо. Так, и, наверное, что мы сейчас? Ну, под конец видосика что-нибудь поставим еще. Нам, наверное, нам нужно больницу и вот эту фигню. Давайте улучшим вот эту штучку. Что у нас там? 500, 500, 500. И камни, кстати. Ну, камня может у них... А, нет, я там... Я, короче, движухи с камнем мутил. У меня сейчас в итоге ресов-то вообще нормально оказывается. Я там вообще постарался хорошенько. Если посмотреть по ресам, у меня руды 50 лямов, золото ну, 40 лямов, камня 12 лямов, с учетом того, что я только что по 6 потратил каждого, то есть у меня было 20 примерно. Ну и еды у меня нормально, 200 лямов, перепутал, не 20. Пока все хорошо, но это опять же, не забываем, что мы еще пока особо не донатили, то есть как бы донат-то еще будет. То есть будет что-то интересное, когда уже будем тренировать. Опять же, тренировать хочется, когда уже вот эти все поместья будут построены. То есть у меня построены поместья, да, 12-й, там, ну, это 7-й даже. Вот, 12-й, 1, 19-й. По-хорошему, мне хотя бы одно 24-е, это, наверное, следующее, за что я буду топить. Потому что нужно, по-моему, для улучшения поместья, да, поместье и больницу. Ну и крепостную стену. Крепостную стену, это нам нужно будет сейчас еще прокачать сначала мастерскую. И потом уже только стену. Но это опять же дохерища ресов на самом-то деле. То есть это не так просто, как кажется. Вот, по исследованиям. Давайте исследования тоже еще это. Быстренько промотаем. Ничего, у меня часовых появилось. Я их недавно все потратил. Прикольно. 5, 10 секунд, 8, 7. Исследования. Я начал потихоньку качать ветку этих. Как они там? Ну, короче, пех. Потихоньку начал прокачивать. То есть, вот у меня идет. Потому что здесь уже как-то прям слишком дохера ресов тратится. То есть, как бы, например, вот это исследование уже. Ну, хотя нет, не сильно много. Ладно, давайте заюзаем. Ну, по семерочке все сделаем. Опять же, это все будет прокачано по максимуму. Это у нас, это же ловушка. Ловушка у нас здесь будет прям вообще топ. Все, кто не верит в нашу ловушку, ну, блин. Там говорили то, что это будет месяц прокачать. На самом деле где-то месяц и выходит. Но у нас поменьше. Но сколько? Вот мы первый видос, по-моему, 2 недели назад вышел. Вот. Ну и как бы не сильно много осталось. То есть как бы такую основную часть на самом деле мы уже сделали. То есть тут по сути все ускорами делается. То есть как бы ускоры есть, все есть. То есть нам просто нужно ждать. Просто ждем момента, и там потом будут видосы прям подряд, где мы просто все быстро прохуяриваем. А либо, может быть, будет стримчик длинный, где мы это все будем делать. Ну, чтобы, опять же, чтобы на видосах время не тратить, это можно на стримчике показать по-быстрому и все. Вот, как-то так. Заявки кто-то просится. А мне пофиг. Я, конечно, могу принять, но я не принимаю никого. Ну, не, бывает, конечно, у меня иногда настроение есть, такой, ну ладно, таки бы и приму. А так, в принципе, я не сильно кого-то принимаю. И, кстати, встал к этим, к своему клану. Вот, ну, гильдии, точнее. На самом деле, место не самое лучшее, потому что, ну, мобов я не вижу здесь. Не, с учетом того, что мне энку надо сливать, а энку мне сливать только на первых мобов. Вот до вот этого идти. Ну, пошли, чё. Ладно, отправляем мобов. С вами прощаюсь. С вами был Димон. Скоро, кстати, скоро, я забыл рассказать,
мне игрушка одна понравилась. Не знаю, зайдет вам или не зайдет. Но пару видосиков точно будет. Если зайдет, то будет намного больше. И так что ожидайте, в скором времени появится новая игрушка на канале. Но это будет... Мы, наверное, с вами вместе будем играть, там она на этом мультиплеер. Поэтому, ребята, ждите, скоро будет что-то интересное. Все, всем пока, всех был рад видеть, слышать. Я никого не слышал, правда. Что-то в чате перестали писать, на ютубе перестали писать. Давайте, ребята, как-то активнее. Все-таки мы это, ведем диалог. Мы все-таки живые люди там, туда-сюда. Вот. Все, жду вас в комментах, жду вас в сообщениях. Пишите. Практически всем отвечаю. На тупые всякие сообщения я не отвечаю, потому что, ну, это реально тупо. Так что вот. Все, всем пока.